3 мая у обелиска «Скорбящая мать» состоялся митинг, посвященный увековечиванию памяти каспичан, погибших в специальной военной операции на Украине. В нем приняли участие представители администрации, близкие и родные ушедших от нас солдат. Открылось мероприятие торжественной речью главы города Бориса Гонцова. Они отдали жизнь не зря. Мы победим. Мы будем первыми. Россия будет всегда первая. И благодаря вот нашим друзьям, нашим воинам Отечества это будет. Вечная им память. Спасибо вам. На митинге звучали стихотворения и песни, посвященные нашим бойцам, чью память каспичане будут чтить вечно. Заместитель командующего краснознаменной Каспийской флотилии капитан первого ранга Сергей Ракаускас также обратился к жителям и поблагодарил за поддержку и сохранение памяти о наших ребятах. Большое спасибо администрации города, депутатскому корпусу, общественности, которая приняла это решение по увековечиванию памяти наших ребят. Вечная им память, и будет мир на нашей земле. Кроме того, почетными гостями мероприятия стали председатель собрания депутатов города Каспийска Абдувахей Джаватов, генерал-майор, почетный гражданин Каспийска Герман Кириленко, заместитель главы города Казбек Демиров и многие другие. Вскоре воспитанники Камыши продемонстрировали мемориальные доски, на которых увековечена память героев. По инициативе родителей данные мемориалы будут развешаны по домам самих солдат и их близких, и только две будут отправлены в образовательные учреждения.